Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом 8 июня он сообщил информационному агентству ТАСС. Ну да, я бы тоже такого неумеху-то не взял бы. Подумаешь, в космос запускает Теслу и разрабатывает полет на Марс. Ну, где же это? Не дотягивает он для норм российской космонавтики. Иконки Сваровского-то не запускает, не заказывает госзаказами за 2 миллиона. Не брать. Зато томские инженеры запустили в космос Рогозина на «Жигулях». Участники проекта «Тускай» из Томска успешно провели запуск в ближний космос на высоту в 11-15 километров. Друзья мои, высота 11-15 километров – это даже не ближний космос, это вообще никакой космос. Это все еще атмосфера. На высоту в 11-15 километров был поднят автоматический стратостат с 9-килограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «Жигули «Семерка». После голова Роскосмоса отстыковался, а стратостат поднялся еще на 5-7 километров вверх, сообщили в группе проекта в соцсети. Да вы, ребята, даже не знаете, где у вас космос начинается. Ну, конечно, куда уж там Илону Маску-то, не дорос он работать у вас.